Там что-то вообще сырники обсуждают. Просто я смотрю, Муслимыч такой, пойду снайперить тебя. И я вместо обсуждают, сразу осуждает в голове. Воссоздал. Ой, хай левел. Мир, который мы заслужили. Ну пойдем что-нибудь стрелять. Не знаю. Хоть супер кораблей всего лишь один. Самый сложный класс. Ой, ну от таких боев башка болеть начинает. Слишком они уж... Просто я сейчас не понял. Вот... Типа символ точки, за точкой та гора, и эта гора как будто над этой горой, и я типа, что за хуйня это, короче, вон та гора. В глаза опять продолбился, иными словами. Доброго дня, здрасте. И можно попробовать с вот этой стороны выйти. Это немножко опаснее. Но мы же Даринг. Мы же Даринг. Кстати, Зау, например, мог бы точку прикрыть, но уже съебывает. Действительно, а чё б еще поделать, как не съебать. Ой, хорошо, Монтанка отстрелялась. Ну, Мавик, ты угораешь, что ли? Короче, я думал, Авик будет сейчас нам саппортить. А оказалось, Авик не будет нам саппортить. Обнаружен эсминец противника. Торпеды прямо по курсу. Торпеды слева по борту. Да нам тут никто ни хера не будет саппортить, собственно, как и всегда. Вот ему Гинда саппортит, и на достаточно хорошей дистанции, что печально. Да, и Монтана. Короче, нам мог помочь эту точку Зау занять, но Зау нахер уплыл. Мог помочь эту точку занять Остойотланд, но Остойотланд нахуй уплыл. В общем-то, в принципе, мы с вами нового ничего не увидели, да и не узнали. Когда бы союзники пытались играть в геймплей, а не в палец в жопе. Ведь там же лучше на краю карты кататься, вон как Китакас. Это, блядь, значительно лучше. Все мы это с вами знаем, понимаем. Это, блядь, шикарно. А он, смотрю, не сдается. Все хочет эту точку захватить. Попробую Шамаказа здесь словить. Теоретически возможно. Да. Собственно, и на практике вышло. И летит суперавиационное говно. При этом, повторюсь, Остойотланд даже не выходит на точку. Не выходит. Постановка дымов завершена. Такие охеренные союзняки. Из боя в бой, из боя в бой, из боя в бой. Элита, блядь. Ты что-то как-то Даринг медленно стреляет. Не знаю почему, вот прям... Складывается такое ощущение медленной стрельбы. Вражеский эсминец уничтожен.
Ну, блядь, сейчас будет Сионг нас с вами подразбирать. Справа по борту. Немножечко. Немножечко не считается. Опять-таки, на центре никого нет, потому что Зау упиздыш уплыл. Поэтому Сионг свободно катается и не испытывает никаких с этим делом проблем. Как-нибудь вот так вот откидаемся. И давайте устроим... А, ну и мы светили, естественно, нихуя это делал не Остейотланд. Он еще и, блядь, за светом нас поймал, потому что Монтана. Потому что Монтана нас вот отсюда вот просветила. Эти охуенные Остейотланд, я прям слов не знаю, каких подобрать для него. А Зау там сдох? А, нет, Зау пока еще живой. Какой молодец. Настоящий воин. Надо придумать, куда подастся, потому что здесь авик не дает нам действовать. При этом мы тут Солянова. Но я вот в ту сторону прям не желаю уплывать, потому что, блядь, ну это пиздец какой-то. Этим шлифоном бесполезным. Пожарку, пожалуйста. Сложный класс. Ну, просто ебать вхуяривают, как и всегда. Когда же хапнут, наконец, чтобы они вообще были неубиваемые, эти авианосцы? Просто трындец, блядь. Неполадки устранены. Давай один назад. Другой все-таки вот так вот. Дымогенератор запущен. Потеряем еще часть ХП. Нам надо его забайтить на движение назад. Установка дымов завершена. Пожарная тревога. Ну или так. Неполадки устранены. Он свалил из своих дымов, чтобы, блять, по нам пострелять. Шикарно. Другой вопрос. Да чё в таргет-то не берется игра? Здрасте, блядь. Ну просто в таргет нихуя не берет и все. Ну он нас убьет, блядь. Шкернут сместился. Нихера опять не создавая прострелов. Хотя авик саппортит он. Что-то не убил. А чё не убил? Вражеский крейсер потоплен. Короче, я не знаю, чё он меня не убил. Не, блин, я на самом деле реально не знаю, в чём проблема у них. Я просто играю, как будто... Даже не то, что не с людьми, а вообще с существами, не с нашей планеты, что ли. Они просто нихуя ничего не понимают. Остейотланд, что здесь нихуя не саппортил, что там на точку нихера не выходит. Классный парень, я вам скажу. Короче, понятно. Шимаказ этот очень сильно при ХП. Попробуем тогда с этим Шимаказом зарубиться. Тот Шимаказ уже для нас не актуален. Не актуален.
При этом реально, они там стоят что-то на краю, опять нихера ничего не делают, но у меня слов нет. Ну почему так плохо-то? Неужели реально сложно играть? Там даже фланг пустой, они вперед-то толком нихера не идут. Они были изначально сильнее, но все равно нихера не сближались. Шедеврально, блин. Я не сильно уверен, что мы на самом деле этого Шамаказа убьем. Я не знаю, что у него по хп. А, не, убьем. Но его раньше Харугума убьет. Раньше убьет Харугума. Я не знаю, что нам. Нам только так, блять, уже. Да ёпрста, в таргет, что ли, цель не взялась? Да-да, молодец, Гинда. О, супер Авик наконец-то промазал. Так, ну вот так вот, по идее, мы должны его встретить с минимальными повреждениями. Там, кстати, Ильзас на нашу торпеду доплыл. Наплыл. Чё, сойдет. Пожарная тревога. Неполадки устранены. Сойдет? Так, блять. Да ну нахуй. Тебя чё, они не смогли добрать, но что ли? Запущен. Ну допустим, блять. Авианосец врага покуплен. Наша команда получила преимущество. Тут долбанные бомбы. Постановка дымов завершена. Долбанные бомбы. Не, ну на дистанцию мы с ним не будем перестреливаться, у него баллистика лучше, ему проще попадать. Сейчас если поближе подойдем, он еще живой будет, мы его, конечно, уебашим. Вот, а так, ну нафиг перестреливаться, невыгодно это дело. Фокус с себя сбросили, этого более чем достаточно. Какую лодку купить за свободный опыт? Первым, Гранингейм или Азуму? Я бы брал Азуму. Она проще, она дамажит, она фармит. Без выебонов. Наша команда близка к победе. Как бы мы на его торпеды можем еще наплыть. И он там сейвится в дымах, блять, ебать утырки. О, я все на зеленых грешу, но там в красных, блять, не лучше. У него еще 20-километровые торпеды. Это, кстати, объясняет, почему он тогда выжил. Он просто спамит двадцатки, хер знает откуда, и нихуя ими в никого не попадает. Ни в кого не попадает. Конечно, трындец. Успеем убить, не узнаю, не успеем. Так-то убьем 100%. Ну, тут весь вопрос вот во времени. И подсосут или не подсосут, потому что тут целый зал. Он пришел помогать. А вот Невский до сих пор не понял, что он в игру про уничтожение кораблей играет. Этот хрен пока не пришел. Нам же везет словить его опять на отступлении. Не, зал. Помощник зал. Ой, бля, я честно не знаю. На каком-то диком скилле, охуетительно серьезном везении мы с вами вывозим такие сложные ситуации. Пока где-то вдали катаются обдолбанные топовые лодки. И вот знаете, оно как бы сердце-то кровушкой обливается, потому что это пиздец. Ну как так можно? Как? Я не понимаю, блядь. И тем более на хай-левеле, как так можно? Я могу понять, когда пятый уровень ебланит по ее жене, по рот слюной там клаву затопил, ничего не понимает.
но он вкачал себе десятку. А умение ее применять он не вкачал. А яичишки перед игрой он в холодильник подложил. Как курочки. Куриным, блин. Трындец. И Зау такой же, блядь. И Ямато вот с того фланга такой же. То есть мы заняли центр. Вот этот Харугума занял правый фланг. То бишь какая там точка С. Ну, 8-10 линию он играл. Этот Кернет хоть как-то посмещался, что-то подел. Шимка какая-то, вообще не знаю, где была, но что-то, видимо, подел. Лавик летал, было видно. И просто куча балласта. Шикарно. Ну, они стреляли, конечно. Стреляли. Только нихуя ничего не делали полезного.